Всем привет, ребят, слушаем сегодня альбом Джизуса 47 Revolution at World, получается революция и мир, да? В общем, альбом у нас будет очень долгий, на 1 час, да, где-то альбом, и берите что-нибудь с собой, ну, что-нибудь похавать берите, и что-нибудь попить там, либо кофе, либо чай берите, что-нибудь, короче, вот так вот. И пишите, что еще глянуть от Джизуса. Получается, еще останется один альбом. Это «Возрождение» останется, альбом последний. Ну и там остальные уже синглы, да, останутся у нас, получается, глянуть. В общем, как-то так. Пишите, что еще глянуть от Джизуса там и так далее. Ну, с вас лайк, комментарий, подписка на канал, если вы еще этого не сделали. И также заходите на мои стримы. В субботу будет стрим вечером. Будет весело, я так думаю, да? Окей, давайте слушать, в принципе, слушать, получается. Тут есть один клип, это «Во имя любви». Его обязательно посмотрим, обязательно. 47 Revolution at World. Название альбома отсылает нас группе кино. И альбомом 45 и 46, что фактически является их продолжением. А что это такое? А, типа отсылка группы кино, у них такие альбомы, да, получается, были 45-46. Большое количество песен в альбоме выполнено в жанре рок, кроме «Войной», которая в жанре рэп. Понял. Хорошо. Получается, слушаем «Я умираю для тебя». Первый трек, погнали. Я могу тупить лишь люди вокруг. Нет никого, кто бы меня не понимал. Сколько мне осталось жить, и сколько мне осталось ждать. Я страдаю за вас всех, и за вас я умру. Я умираю, для тебя. Я умираю, для тебя. Снесите нахер все, я больше не могу дышать. Снесите мне голову, солите мне кусок ножа. Ведь дело не в деньгах, я так люблю тебя, но моя планета не Земля. Я умираю, для тебя, ведь я умираю, для тебя. Я умираю для тебя. Очень мощный припев, такая реально, прям роковый трек, мощная энергетика. Мне нравится, мне очень понравился. 10/10 поставлю. Я умираю для тебя. Ну, конечно, не надо этого делать, Джизус, не надо. Ну, а мы все понимаем, это лишь всего лишь песни, да?
как бы его такие как бы мысли его в голове, то есть. А в реале он, мне кажется, этого делать не будет. Вот так вот. Мощный трек, на самом деле, реально мощный. Окей. Мне пока нравится, классно. Окей, слушаем дальше «Поколение мое». «Поколение мое». Муха, да, тут летает, получается. И, кстати, если всем, кто не знает, как меня зовут Саша. Саша, Александр. Александр Мушинский. А почему... Ну, Александр Мушинский, да? И получается... Мушинский фэмили канал такой, да? Типа, а фэмили почему? Ну, почему? Ну, потому что это семья. Типа, семья. То есть, вы мои зрители. Вы все моя большая семья, так сказать. А не подписчики. Вот. Это самое главное. То есть, зрители, друзья, семья. Вот. Вот так вот. Поэтому я так и назвал канал. Типа, моя фамилия, фэмили, семья. Вот так вот. Ну, это для тех, кто спрашивает, типа, почему такое название канала, в общем, там. Что это такое было? Я что-то немножко не понял, но очень атмосферная песня.
И получается, тут был еще фит Сирин. Это получается какая-то женщина, да, получается? Сирин. Или девушка. Наверное, девушка. То есть очень приятный припев, да, и в принципе по куплетам хорошо. Опять какая-то грусть и грусть все же здесь присутствует. Но в целом это очень атмосферно звучит. 10 из 10 поставлю тоже, мне понравилось. Какая-то такая, такой вайб своеобразный, так сказать, Джизуса. Прям, ну, очень кайфово звучит, мне нравится. Окей, ветер моих перемен. Ответа, которого нет. Ответа, которого нет. Очень-очень приятная композиция. Опять же, атмосферно все звучит. Приятный припев, да? Наша семья, когда семья у них пустая, их слепота передается с поколения в поколение. Опять про поколение, и получается тут отсылка «Ветер моих перемен, мне не позволь ступить назад». Отсылка к песне группе Scorpions Wind of Change, да? Но я не буду больше ждать. Покажи мне эту жизнь, подари мне свою свободу. О свободе, да, типа речь идет, что-то такое, да, в этом как бы трек. 10 из 10 поставлю, потому что реально очень приятно звучит. И атмосферно такая, такая там расслабляющая, так сказать, музыка в рок-исполнении от Влада. Мне очень понравилось, все классно. 10 из 10. Человек, который изменил все. Это, наверное, о ком-то. О себе, либо... Чёрт, ты моя, сейчас спёрся, я вас держу руками, тренер, атлетика, класс, сижу над облаками. Мне сносит башку, та дрянь, что я в себя вдыхаю,
в общем, офигенно поет Влад. Офигенно исполнил. Опять же, это отсылка получается. Эта песня отсылка, ну, типа, бридж является отсылкой к песне ДДТ. Просвистело. Я это в первый раз слышу, на самом деле. Но тут получается о власти, да, типа то, что идет, типа, глупая гонка за власть. Ну, и о людях, так сказать, которые... Ну, о деньгах такой думают, да, видимо, что-то такое. Он пытался сказать то, что современный мир — это, типа, проклятие, да, то есть как-то так его... Ну, его мысли все, мне кажется, понятны, да, мне кажется, поэтому тут нечего разглагольствовать и сказать на эту тему, но офигенный мне этот бридж офигенный, классный. В целом хороший трек, 10 из 10 поставлю. Приятно звучит очень. Пора что-то менять, это да, надо что-то менять, на самом деле. Всегда надо что-то менять, потому что все на одном месте не стоит, все изменчиво, так сказать. Реально, альбом длинный, поэтому я не буду тут прям, ну, прям что-то там много что-то говорить, да, слов пустых, допустим. Потому что реально длинный альбом, чтобы вам было как бы вот так вот хорошо смотреть и недолго, чтобы было смотреть, как бы. Я же о вас тоже как бы волнуюсь и переживаю. Переживаю о вас, переживаю. Как о себе, блин. Я снова забрел замкнутый круг. Это один куплет, получается, будет. И много курю в моей жизни тоска. Не помню давно, чтоб что-то менять. Здесь все по себе происходит с ума. Любовь спасает, так сказать. То есть опять тут он говорит о себе, то, что ему надо что-то менять в этой жизни, да, лично для себя. То, что время для него одно, то есть время для него как-то остановилось, да, может, как бы, и что-то об этом, да, идет речь. Очень мелодично очень звучит и приятно, опять же. То есть как-то такие у него, как бы, такие мысли у него и грустные, и как бы так вот, не знаю, что еще добавить, это тут все понятно, так сказать, все понятно, 10 из 10 тоже поставлю. Так, получается, во имя любви там клип, да, есть, давайте посмотрим клип, не знаю, он банится или нет, наверное, нет, хотя, хз, сейчас глянем. Во имя любви. Это как бы финальный, да, клип от Джизуса, который буду смотреть. Вроде бы да, потому что все клипы уже вроде бы глянули. Мы с тобой смели.
Офигеть, он, кстати, тут очень похож на XXXTentacion, да? R.I.P, кстати. Жаль, что его больше нет с нами, потому что у него офигенные, как бы, есть песни у XXXTentacion, да? У X-а, так сказать, да? Look at me, follow me, look at me. Spoiler, I'm well right. Это получается какая-то другая, да, песня уже. Ну, на самом деле, то есть очень интересно, тут такие кадры есть, да, получается. Может быть, это отсылка какой-то является, не, как бы, новое имя любви, но офигенно звучит, мне понравилось. 15 января 2021 года. Это, получается, был в начале 2021 года, да, был клип, получается, да? Ну, ничего, хороший трек. Хоть и не хит, да, но припев как бы хороший такой. Не, ничего, норм трек. Норм, не знаю, что сказать еще. Во имя любви. Да, во имя любви. Окей, XXX style, слушаем. А, это Винстон X-Style, да, получается? Окей. Сигарета пытается, что делать, когда все закончится? Я нашел себя не в том творчестве, что, наверное, останется. Это мой путь. Thank you.
места, мы остались наедине. Очень приятный трек, получается. О сигарете, да, Visa Next Style. Либо он может иметь в виду то, что не о сигарете, а, допустим, не знаю, у девушки, допустим, я не знаю, как это сказать. Может, типа, он что-то скрывает под сигаретами, так сказать, Visa Next Style. А может и нет. Как бы вот так вот. Но очень мощный трек, очень энергетика прям очень мощная, классно. И мне понравилось, типа, то, что его деньги не изменили, это хорошо. Это главное, на самом деле. То, что он не зазнался, в общем, как-то так. В общем, 10 из 10 поставлю, тоже классный, офигенный трек. Прям очень сильно эмоции получаешь классные, приятные от этого трека. Окей, слушаем дальше. «Дыхание с тобой». «Дыхание с тобой» получается с кем-то, то есть, допустим, речь идет, наверное, о девушке, такой лирический, в принципе, хороший трек, да, от Джизуса поставлю 9 из 10, да, потому что, ну, как бы, такое взять здесь, изюминки не было, да, в принципе, но трек имеет место быть, то есть, как бы, послушать его, и очень, очень приятно, короче. Приятный трек, 9 поставлю, да, не знаю, что еще добавить, «Дыхание с тобой». Вот так вот, то есть, лирические тоже треки у меня тут есть. Так, окей, «Запутанный день». Это что-то поинтереснее, да, будет уже... Я хочу
Я в шоке немножко на самом деле, потому что это очень красивая песня. Прям очень красивая, очень красиво звучит. Даже и не скажешь, что это прям Влад, да, исполняет, но прям очень офигенно. Очень красиво, только милая моя со мной, только белая луна, милая моя со мной. Блин, тоже такой лирический и душевный трек, и искренний, то есть класс, 10 из 10. Вот это прям очень сильная работа, вот этот день. И мало как бы его глянули, послушала, да? Но мне очень понравилось, очень такая классная атмосфера. Окей, слушаем дальше Love, то есть любовь, типа, люблю. Люби меня, как любовь, моя печаль. Люби меня, как любовь. Люби офигеть. Опять же, очень приятный трек, как и день, да, лирический, то есть речь идет о друге, чтобы он его любил, то есть ему нужна дружеская любовь, что-то такое, да, видимо, как бы об этом идет речь. Ну, очень приятная такой гитара, да, приятная, классная, такая, знаете, как будто из группы кино, да, что-то такое. Ну да, ну, в принципе, он же его, типа, обожает, да, как бы, Jesus, поэтому здесь, как бы, будут такие, так сказать, моменты в этом альбоме. Ну, то есть они есть, моменты эти. Ну, это классно звучит, это 10 из 10, опять же, приятно очень звучит. Так, погнали дальше, «Наши сердца». Реально, очень длинный альбом, пипец.
но классный, но классный. Длинный, но классный. Интересный очень. В плане музыки. Да. И текста тоже интересный, в плане музыки и текста. Офигенная, что, ну и песня, что хочется самому аж петь. Ночью поют наши сердца. Классно, романтично, офигенно прям и потрясающе звучит. Это 10 из 10. Это трек реально, то есть его хочется слушать в компании, там, допустим. И все вместе петь. Ночью поют наши сердца. Классный трек, обожаю, обожаю, классно. Окей, слушай дальше. 10 из 10, слушай дальше ночь. Я любил ночь, но мне так сложно. Ну, то есть, типа, вторая часть альбома, то есть, да, там, со дня начиная, это такие, знаете, лирические что-то, такие композиции, да, будут, мне кажется. Найти кого-то. Я любил утро, но утром все спят. Опять одному идти на работу мне скучно, кто бы смог. Все тебя поймут, все тебя поймут. Мог бы заняться собой, не думать, не гадать, кто не останется со мной. Мог бы заняться собой. Мог бы заняться собой, не думать, не гадать, кто не останется со мной. Мог бы заняться собой. Темная луна и дождь, луна и ночь, она просто забила меня, забила.
Энергетика. Очень мощно в плане музыки, в плане энергетики, опять же, да, как я это и говорил. На протяжении всего альбома, да, и то есть это тоже офигенно. Офигенный трек, 10 из 10. Это был новый день, это был новый шаг, это был новый шанс. Время утекает вдаль, оставляя за собой всю мою печаль, всю мою боль. Все мое добро к тебе, вот бы заняться собой. Да, надо бы заняться собой, конечно, это всегда надо. Всегда надо думать о себе тоже. То есть, не только о других людях, но о себе тоже. Надо всегда думать о себе, не забывать в первую очередь, так сказать. Окей, сильный, мощный трек мне понравился. Прям хочется тоже петь вместе с Владом. Вот так вот, как в караоке. 10 из 10, классно. Небом им землей получается луна. Небом им землей, наверное. Ой, и звездой. Небом и звездой, во. Получается, луна и ночь, небом и звездой. Понятно. Я не хотел таким стать. Никогда мне не удастся принять себя. Осколки в моей душе. Никогда не станут лучше, но это таким стану я. Я спросил себя, небом и звездой, небом и звездой, лишь белая луна мне освещает это мало. Небом и звездой, ты не сможешь мне помочь, меня согреет тишина. Thank you.
он хочет стать небом и звездой, да? И его, получается, только согреет тишина и дождь. Ну, типа, про такое, типа, это получается о одиночестве, да, как бы такая речь идет немножко. Такой, знаете, ну сильный, да, сильный трек, аж на 5 минут, такой длинный трек, очень длинный, да. Не смотри мою боль, смотри, не смотри мою жизнь, она тебе не нужна, время наступило молча. Я скажу за все спасибо, я ждал этого дня, кем я стану, вот так вот. Мощный, реально мощный трек, 10 из 10, опять классно, классно. Так, осталось, получается, 4 трека, ну, прям длинный альбом очень. Давай со мной, погнали дальше. Любовь. А, тут музыка другая, кстати. Итак, тоска, печаль, недорого, совсем не жаль, это выбор каждого, и воспитание важно, так и знаешь, только смело, собой свою удачу, не бойся быть другим, бойся быть обычным, бро, ходи в поле воин, бро, помни, я всегда с тобой, но потерянное искусство времени куда пришел, я не думал, что мне принесет дискомфорт это шоу, но я принял это все, я в сознании всего, я хочу тебе сказать, и я доволен собой, но мало быть самим собой, человеком нужно стать. Я общаюсь только с людьми тех, что уже нет живых, мне так некомфортно жить, почему же мне скажи? Живем мы 50 лет, нас не уносит земля, потому что каждый не понимает, куда попал. Мне не нужен капитан, мне нужна свобода. Я готов жить в бедности, я хочу быть честным, правды и всего. Очень классные эти завывания, мне очень понравились они. На самом деле очень офигенные строчки. Мы живем десятки лет и нас не выносит земля, потому что каждый не понимает, куда попал. Мне не нужен капитал, мне нужна свобода. Опять речь о свободе, да, я тоже было это в треках. Я готов жить в бедности, и я хочу быть честен, правда и всего, правда и всего. То есть очень сильные строчки, молодец, Влад. Реально сильные строчки, как я хочу быть. Я готов жить в бедности, я хочу быть как бы честен, честен, молодец, реально молодец. Крутой трек, и со смыслом, и в плане музыки понравился, 10 из 10. 256 тысяч просмотров, да, всего, наверное, самый менее популярный, да, здесь трек, но не знаю, почему-то его меньше всего слушают, но все-таки имеет место быть. Окей, слушаем дальше. Выбор за тобой. Ты найдешь меня в себе, на контакт твоей кожи. Опять о мире, о современном, то есть речь идет, да? Кем я стану для тебя, неважно, это все не то, что...
знал, это да. Деньги ничего не стоят, если ты внутри пропал. Деньги лишь возможность жить чуть лучше, чем дает моя страна. Вот эти, да, вот это сильные слова, деньги лишь возможность жить лучше, да. Деньги это возможность жить чуть лучше, чем дает моя страна. Сильно вот эти строчки, реально, сильно. Это прям жиза, это жиза, реально, серьезно. Ну, про Россию, в смысле. Я такой придурок, что заделал это все навсегда. Запомни, что я не пытаюсь тебе лгать. Частицы две всего, добро и зло. Ну да. Получается, да, получается, как бы все люди, как бы у человека, типа, все зависит от воспитания, да, человека. Если, как бы, родители фиговые, то и ребенок будет фиговый, да. То есть все зависит от воспитания. И то, что, типа, зачем мне это, зачем мне что-то делать, я свободный человек в несвободной стране. Ну да, получается, когда, допустим, ну, а та же армия, да, допустим, то есть... Типа, в армию надо идти, а если ты не пойдешь в армию, допустим, да, то тебя в тюрьму, просто в тюрьму и все. Вот так вот, понимаете, то есть. Вроде, типа, свободный человек в стране, но все же какой-то долг надо, типа, отдавать. Какой долг вообще, это фигня какая-то. Надо вообще сделать контрактную армию и все, потому что вот эти все призывники, они там какой-то фигней занимаются, типа, допустим. В армиях. Ну, я же был, я знаю. Поэтому как-то так. То есть у нас все же человек, он не свободный. То есть не свободный в стране. Вот так вот. Сильный-сильный трек, правильно, в плане и музыки, и текста. Это сильно, Влад, сильно. 10 из 10. Опять мало прослушивания, да? Забрало. Вот так вот. Окей, получается... Войной будет выполнен в жанре рэпа, да, там, как мы уже и прочитали, да, то есть один трек в жанре рэпа, остальные все роковые были треки, окей, погнали.
войной. Ты была самой лучшей девочкой в классе, ты была самой лучшей девочкой в школе. Я не знаю, к чему я это сказал, ну ладно. Я буду вечно молодой, молодой, играл, больше не пугал, но не знал по тебе, а может тоже ты зависимости, ты запомнил, я тревожу, но я никому не нужен, никому ты не нужен, тоже это бизнес, просто все, я прожил жизнь, да, поколение, любовь, потому что знаете, средний трек, я бы не сказал бы, что это сильный трек, да, как бы в этом альбоме, но получается, мысли есть, как бы, то есть, о себе говорит, то есть, я никому не нужен, типа, этот бизнес просто сюр, я в плену душистых трав, поколение тупое, потому что любит спать, мне кричат с этой планеты, чтоб я перестал дышать, может быть, с другой вселенной жизнь нашла моя душа. То есть, в другой вселенной жизнь нашла его душа. То есть, ему, наверное, некомфортно, да, жить, то есть, здесь, на этой земле, как бы. Ну, либо просто это было в плане концепции альбома, да, типа, сказано. Как бы, так вот, наверное. То есть, сложно мне что-то выделить войной. Весь мир идет на меня войной. А почему на его ведет войной? Так вот, как бы, у меня такие немножко сомнения такие. Как бы в этом треке, но я поставлю, наверное, 8 из 10, потому что меня он меньше всего обрадовал, так сказать, чем остальные все песни. Окей, последний трек, я ухожу. Да, я это сделал. Я послушал все за раз, все песни, а не по частям их разбивал. Вот так вот. Я это сделал. Я молодец. Да и, в принципе, мне очень понравилось. То есть я реально кайфанул от этого альбома. Пипец. Я ухожу. Финальный трек. Когда мы глядим на небо, откуда должны светить звезды? Когда мы глядим на город, откуда должна прийти помощь? Не новое солнце днем, это луна ночью не остановит нас. Я ухожу, дай мне повод остаться с тобой. Я ухожу, прости меня за то, что я одинок. Я с тобой. Я ухожу, прости меня за то, что я одинок. Попытайся простить мне, что я не всегда был рядом. Попытайся простить мне, что я не всегда был честен. Попытайся простить мне, я не хотел плохого, ведь я не умел любить.
любовь. Я ухожу, прости меня за то, что я одинок. Я ухожу, дай мне повод остаться с тобой. Я ухожу, прости меня за то, что я одинок. Музыка, это, видимо, тоже отсылка, да, на какую-то песню, да, или что-то такое, да, что-то похожее, да, наверное, есть, как бы. А, получается, я ухожу, это, получается, после этого альбома у него, то есть, год вроде бы ничего не выходило, да? То есть, получается, когда был альбом? Ну, получается, где-то в 20-м альбом, да, получается, был, то есть, и год у него не было, да? Ничего год у него не было. То есть вот так вот он, типа, ушел, типа, из музыки, да. И вот, получается, в 2022 он вернулся с песней Warlord и Regeneration. И еще, получается, 25-го, да, то есть в пятницу еще когда будет трек, да, наверное, или клип. Что-то он там анонсировал, да, мы что-то глянем обязательно. В целом, альбом классный. Мне очень понравился, прям реально, то есть... мне нравится, когда он в роке, то есть, и в рэпе, то есть. Но тут, как бы, песня «Войной» мне не очень вкатила, то есть, по самому, по звучанию, да, в принципе. А так, хороший, очень офигенный альбом. Я очень много эмоций получил и кайфанул с этого альбома, потому что он классный. Мне прям понравилось. И по смыслу, и по музыке, и вообще, то есть, он молодец. Классный, реально, годный очень альбом. Правда, долгий, но все же. Это того стоило послушать. Спасибо всем фанатам Джизуса. Пожалуйста, ставьте лайк, пожалуйста. И подпишитесь, и на Инстаграм подпишитесь. И в ВК, да, друзья, тоже добавляйтесь. В общем, как-то так. Всем спасибо, ребят, что посмотрели. Альбом 10 из 10. Мне очень понравилось. Вот так вот. Всем пока.